Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем тему отцовства. Я хотел бы сегодня сделать такую небольшую ремарку по поводу всего, что мы говорили о врагах, о подотчетности и так далее. Очень важно то, что, наверное, расходится с общепринятым в этом мире положением вещей. Покорное сердце равно большой авторитет. Чем более мы подотчетны, тем более высоким авторитетом мы будем обладать. Это очень важно понимать. В мире считается наоборот. Чем более ты властный, чем более ты пользуешься своими привилегиями, тем в большем почете и уважении ты находишься. Но когда мы говорим о библейском понимании, то здесь все очень просто. Смотрите, Иисус, который был Богом и остается им, который сидел одесную Отца, находился в абсолютной славе, он приходит на землю и становится рабом. Он умирает за грехи людей. То есть он никаким Богом не отказался от своей власти, но он смирился для того, чтобы поднять нас. И тем самым он завоевал наш авторитет. Он обладал властью над нами, но он пришел и завоевал авторитет. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы говорим не о власти мужчины, мы говорим об авторитете отца. А авторитет зарабатывается исключительно, когда мы склоняем колени и начинаем служить. Когда мы подотчетны, когда мы смиренны, когда мы обладаем вот этим духом, тогда наш авторитет начинает подниматься. Никаким образом по-другому это не будет происходить.